С первых дней Великой Отечественной войны почтовая связь стала единственным связующим звеном между солдатами и их семьями. Многим даже не удавалось попрощаться с родными перед отправкой на фронт. Люди уходили воевать, но еще страшнее было тем, кто оставался в тылу. Годы мучительного ожидания. Миллионы тех, кто так и не дождался. Тех, кому на память остались лишь обрывки фронтовых писем. Писем памяти. Чего вы больше всего боитесь? Больше всего в жизни я боюсь терять родных. Вы могли бы сражаться на войне и отдать свою жизнь за родину? Я, конечно, человек в возрасте, но где нужна была бы моя помощь, я была бы первая. И если бы от моей жизни зависела жизнь многих людей, я бы, конечно, отдала свою жизнь за них. Самое страшное, когда идет война? Самое страшное, когда идет война, когда гибнут люди, остаются без крова и без пищи. Солдат Великой Отечественной войны. Какой он? Солдат Великой Отечественной войны, он в моем представлении, как вот мой отец и мои дяди. Мужественные, которые прошли весь фронт, и одни вернулись, другие нет. Но они прошли с города поднятой головой. У вас в руках письмо. От кого оно? У меня в руках письмо моего отца, Якова Кисиева, который писал в то время за Лухан Сидаковой, и в 47 году они поженились. Прочтите его нам. Письмо с Румынии. Здравствуй, многоуважаемая Залухан. С приветом к вам, Яша. Залухан, прежде чем приступить к своему письму, хочу сообщить. Я жив и здоров. Чего желаю и вам. Вот сегодня нахожусь в городе и решил написать вам. Почему вы так редко пишете? У вас что, времени нет? Залухан, передай большие приветы от отца, Шанят, а также от моего имени всем соседям, знакомым. Как у вас там с урожаем? Ведь в селе остались одни старики, женщины и дети. Но ничего, скоро мы победим и вернемся домой. До встречи. С уважением, Яков Кисиев. Кисиев Яков Дмитриевич. Попал на фронт весной 1942 года. Прошел всю войну. Участвовал в освобождении Вены, Будапешта и Белгорода. Участвовал в боях Южного, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го украинских фронтов. Был командиром стрелкового отделения, награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной звезды, 12 медалями. Умер в 1984 году.